Накануне в Ульяновском драматическом театре было оживленно и шумно. Сюда на открытие 13-го фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей-2019» съехались все театральные коллективы области. Сегодня у нас повод двойной. Не только открытие фестиваля, но и в рамках фестиваля мы отмечаем 75-летие региональному отделению Союза театральных деятелей. Сегодня у нас в гостях федеральные гости по этому поводу. В ближайшую неделю театры представят свои лучшие спектакли прошлого года, которые были выдвинуты на соискание премии театрального конкурса. Мы очень ждем эти показы. Давно билеты проданы, и мы рады, что как бы это все проходит в эти дни, накануне нашего Международного дня театра. Из открытий у нас будет участвовать два новых театра. Один театр, который организовал актер и режиссер Александр Лебедев, он называется «Другое место». И замечательный коллектив детский. Это впервые у нас участвуют дети разных возрастов в школе мюзикла «Сердце». Это такое как бы интересное шоу, где дети и поют, и рассказывают. Праздничное действие началось с фойе театра, где выступил Самарский театр клоунады «Пластилиновый дождь». Он уже знаком ульяновским зрителям зажигательными перформансами. Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась на основной сцене Ульяновского драмтеатра, куда вышли все актеры и руководители театров, участников фестиваля. Среди них были и самые юные, учащиеся школы мюзикла «Сердце». Всех присутствующих в зале и на сцене поприветствовал губернатор Сергей Морозов. Театр всегда исполнял важнейшую просветительскую миссию. Театр всегда способствовал воспитанию и подрастающего поколения, и людей, которые уже сами воспитывали своих детей. Но одновременно театр являлся примером для всех нас. Я хочу с огромным удовольствием сегодня поздравить нас всех с началом театрального фестиваля. Удачи! Всем участникам! В этот же вечер глава региона вручил губернаторскую премию «Продвижение» за популяризацию театрального искусства. 13-м обладателем премии стал Ульяновский театр «Кукол» имени Валентины Михайловны Леонтьевой. Заодно глава региона выступил с инициативой увеличить в 2019 году номинал премии со 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Также губернатор напомнил, что 27 марта впервые состоится театральный диктант и пригласил всех поучаствовать в нем. Текст будет читать заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации Валерий Шейман. К слову сказать, Валерий Сергеевич в этом году возглавил жюри фестиваля, которое будет в течение 7 дней просматривать и оценивать всех участников театрального конкурса. Я бы вот не хотел рассматривать театральный фестиваль как соревнование. В искусстве соревнования дело... Я думаю, что участники фестиваля уже победители. Просто у разных коллективов есть разные лучшие стороны их театрального творчества. И я думаю, что мы постараемся высмотреть в участниках фестиваля их достоинства и отметить их. Вручение специальных творческих наград театра состоится в день закрытия фестиваля 27 марта. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.